Retro Console Team. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Данил НБ, а значит вы снова на канале Retro Console Team. Друзья, сегодня мы замахнемся на святое. Сегодня мы будем играть Shinobi 3. Крутецкая игра, о ней мы еще поговорим. Просто один из шедевров данной консоли. 16-битный, просто священный грааль. Потрясающая игра, потрясающая музыка, отличная сюжетка. И просто сама история. Супер. Но перед этим хочу вам кое-что предложить и прорекламировать, скажем так, да, посоветую. Вот. Буквально недавно я приобрел вот такой вот джойстик крутейший. Вот такой вот трехкнопочный. Я давно такой хотел, вот такой форм-фактор, чтобы большой был трехкнопочный джойстик. Мне он реально вот намного удобнее, чем, допустим, от Mega Drive 2. И я его вот приобрел в группе ВКонтакте Genesis Generation. Очень качественно, очень быстро, буквально за 2-3 дня, и у меня уже был в руках этот джойстик. Вообще, джойстик как новенький, вообще замечательно, прекрасно работает. И сегодня впервые я буду играть именно на нем. Так что ссылочку в описании для вас оставлю. Если кому-то будет интересна тема приобретения, например, консолей, там, той же Sega, там, японки бывают, там, европейки попадаются, картриджи какие-то, там все оригинальное, вы можете все это приобрести. Я лично рекомендую, я сам попользовался, сам наслаждаюсь и вам того советую. Ну что ж, поехали. Так, вы знаете, как бы с самого картриджа самого картриджа Shinobi 3 у меня нету, у меня Sega пока Retro Genesis, вот. Ну, в принципе, она мне нравится, но я хочу со временем как-нибудь накопить все-таки на оригинальную Sega, которую как-то нам Ваня с канала Axel Rage давал поиграть. Мы с вами проходили Бэтмена на ней. И Черепашки-ниндзя, кстати, тоже на Sega проходили именно на ней. Вот. Ну, она мне, в принципе, тоже нравится. Хорошенькая, свою функцию выполняет. Джойстики любые, даже вот те же вот оригинальные джойстики, все прекрасно подключаются к ней. Поэтому, ну, в принципе, ничего. Нормально. Короче, в ней она, эта игра уже встроенная. Здесь три части уже есть, как бы, поэтому будем играть на ней. Ну что ж, полетели? О, ребята. В эту игру я не играл очень давно. Я даже не помню, когда. Надо посмотреть запись стримов. Так, ну что здесь у нас? Здесь, слава богу, три кнопки. Прыжок, собственно, кунай. Прыжок, удар кунами. Прыжок и с ноги, если вперед. Прыжок. Здесь приседание. Ползание, вот так вот. В присядочку можем ходить, вот так вот. Вот. И есть суперсилы. На паузу нажимаю, их можно менять. Вот сверху, видите? Это у нас что-то наподобие неуязвимости. Это у нас столбы такие огня. Это у нас... он становится более быстрый и более высокие прыжки. И наподобие харакири, то есть ниндзя разрывается, допустим, да, и у него, он наносит урон противникам. И в то же время у него становится полная шкала жизни, но теряется жизнь. В принципе, полезная штука, если прямо, ну, не хочется погибать там, когда далеко прошел. Ну, в принципе, можно воспользоваться. Интересный вариант. Мне вот он, например, очень нравится. Вот этот классный вариант на уровне с прыжками. Там, по-моему, предпоследний, что ли, уровень будет. Уровень, где нужно будет много прыгать. Вот. Ну, остальные поскольку. Ну, что, полетели. Да, играем все с тюльпанчиков,
аналоговое изображение, никаких там HDMI цифр и так далее. То есть играем напрямую с приставки, поэтому качество здесь вот оно немножечко размытое, ну, примерно как вот мы с вами играли дома у телевизора. Ребят, вообще игрушка просто божественная. Музыка, геймплей. Сам не смотрите, как бегает. Все плавно. Реально, как будто вот, ну вот, какой-то мультик прям. Так, здесь бомбочки, они там, обратный отсчет у них идет, и ни в коем случае нельзя на них попадаться. Это вот третья часть, на самом деле там было две части, ну, плюс еще, ребят, скажу вам, что... А, кстати, еще, сейчас пока не забыл, здесь можно делать разбег, да, и разбег, и в разбеге сделать удар катаной. То есть помимо трех частей, ну, на нескольких консолях было, их достаточно было немало, вот этих. Правильно говорят, не шиноби, а синоби. Кстати, кто не знал, что лапшу доширак называют не доширак, а досирак. Ну, букву Ш у них нет, у них. Поэтому если прямо по-грамотному, называют синоби. Давайте так и будем. Чё? Вот этот уровень начинается. Ребят, честно скажу, очень давно я в нее играл, поэтому какие-то моменты, может быть, я, может быть, не помню, пропущу или что-то еще. Возможно, где-то там погибну, что, в принципе, я считаю, нормально. Но вы меня знаете, я же очень редко готовлюсь. Ну, в том плане, что я это делаю намеренно, чтобы как бы не испортить впечатление от игры и получать заново этот адреналиновый всплеск, этот кайф, который мы получали в детстве. Да, еще, ребят, очень важный момент. Здесь это прыжки. Прыжки здесь двойной. Есть... Ах ты... Ладно, давайте сейчас его завалим. Сейчас это он не даст. Вот здесь один прыжок, а есть два прыжка. Но беда самая в том, что второй прыжок можно делать только в пике. То есть нельзя просто два раза нажать. Нужно нажать в определенный момент, только его можно поражать. На самом деле здесь, в этой игре, прыжки имеют очень большое значение. Очень большое значение. Если вы там не вовремя не дожали или пережали, то, к сожалению, можно проиграть. Поэтому игра, хоть и с тремя кнопками, но под ней завязано очень достаточно непростое управление. Да, зацепляться за веревочку наверх нужно держать всегда. То есть там в дальнейшем будет уровень, где нужно будет вот этот крестик наверх, да, держать постоянно практически. Так, первый босс. Ну, первый босс достаточно простой. Здесь вот такой вот дядя такой, самурай. К нему подошел, отошел, плюнул в него, значит, кунаем и убежал. Все, в общем, в принципе, просто. Ну так, ничего сложного здесь нет. А, я попал в него вообще. Сейчас мы давайте его добьем. Это самый простой босс, что здесь есть. Ничего сложного, все очень просто. Так вот, ребят, вон вот эти псарик. Круто. На нашем. Кпюта или круто? Кто как.
Второй раунд убежища. Так вот, ребята, помимо там первой, второй, третьей части Синоби, да, есть еще другие, их немало. Более того, есть еще Shadow Dancer. Вообще обалденская игрушка. Это по той же самой линейке. Вот, там тот же Синоби. Но там с ним, по-моему, две части. И с ним ходит там типа белого пса такого или волка. Немножко не понял я. Вот. И им тоже можно воспользоваться. То есть давать команду фас, грубо говоря. Он нападает на вашего соперника, начинает его там грызть ему там руку там или что-то еще, как бы отвлекая его. В этот момент вы подлетаете и можете его, собственно, наказать, да, побить. Очень удобно, то есть она немножечко дает разнообразие некоторое к игре. О, жизнь. Так, кстати, вот этот уровень крутецкий, видите, на лошади он такой. Смотрите, только обратите внимание, сколько здесь слоев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, наверное. Ну, я не знаю, сколько. Ну, много здесь. Представляете, сколько они вложили, да, вот в саму игру, в само построение, все это вообще. Блин, я не представляю. Так, ну это такой предбосик. То есть его, ну, его, по сути, заплевывать надо и в прыжках. Желательно еще бы попадать в эти копья, которые он откидывает в конце. Вот эти вот, у меня немножко не получается это сделать. Ну все, ну в принципе, все равно легко побеждается, даже если что-то не получается. Так, во! Да, кстати, вот здесь вот этот момент, здесь вот этот вот. С ноги тоже помогает. И, кстати, в игре очень много всяких таких лазейчек, скрытых каких-то платформ, как здесь. Видите, здесь вот можно просто пройти. А можно. Кстати, он может крестик наверх нажать. Его как бы вам, ну, покажет. Не снажали, и он покажет немножко что здесь внизу. Здесь не показывает, что там внизу, видимо, совсем пусто. А вообще можно это отслеживать, это очень удобно. Гоу! Так, ну вот они сейчас будут вылезать из этих. Здесь очень просто. Здесь мы с вами просто поворачиваемся. Вот так вот. Девушка какая. И аккуратненько их заплевываю. Я лично считаю, я играл во все три части Синоби, да, и мне показалось, что третья такая более динамичная, что ли. И она собрала в себе все самое лучшее из первых двух частей. И поэтому я и решил, собственно, с нее. Возможно, мы... если хотите, напишите в комментариях, ребят. Если вы хотите, допустим, еще там первую или вторую часть увидеть, мы без проблем сделаем. Но у меня в мыслях все-таки... небольшую веточку изменить и сделать это не просто Синоби, там, первую или вторую часть, например, да, а сделать Shadow Dancer, например, где он уже непосредственно с волком. Что здесь фигово? То, что во время, когда нас убивает, ниндзю откидывает вот это вот фигово. Да, как в ниндзя Гайден, да, то есть много платформ, стоит один раз плюнуть, грубо говоря, в тебя, да, и тебя откидывают назад. Вот видите, как сейчас получилось. Вот вроде бы. Ну, это... Да, кстати, правильно говорить. В Японии понятия ниндзя в принципе нет практически. То есть ниндзя это вот в Европе называли. Правильно их называют синоби.
Ну, собственно, поэтому так и назвали. А вот, кстати, по поводу ниндзя. Наверняка помните. Был классный фильм. Что был? Есть. Вообще много различных фильмов, да, на тематику там ниндзя и так далее. Я говорю ниндзя, потому что, как бы, ну, там, американские фильмы, да, вот они снимали. Вот, фильм «Американский ниндзя», да, тот же самый, вот такой, может, где играл, в главной роли был Майкл Дудиков. Ну, ё-моё, вот мне сейчас вообще придавило просто-напросто. Майкл Дудиков. По-моему, две части у этого фильма. Вообще отличный фильм. У меня на видеокассете был этот фильм, и мы с братом прям с удовольствием смотрели. Кстати, насчет брата. Я помню, я еще даже в школу не ходил. Может быть, мне было лет 5, наверное. Но я прям очень хорошо помню. Может быть, даже меньше. Не хочу врать. Короче, когда я впервые вообще узнал, что такое вот, что такое ниндзя, что есть вот такие вот дядьки с таким... с такой маской на лице, да, когда вот только глаза видно, как бы. Здесь как тут опасно. Можно вот непродуманно что-то сделать, и все. Что ты будешь делать-то? Короче, может быть, помните, кто там плюс-минус 30 лет? Ребята, с футболками в советское время было, ну, такое, там, они примерно были одинаковые, это даже еще не Россия была, это еще Советский Союз. Так вот, и футболки были там, ну, такие, большинство одинаковые. Но и всегда было круто найти что-то из зарубежных фильмов, плакаты, футболки или что-то еще, да? Так вот, я помню, мой брат... Так, второй босс. Если он в обратную сторону поймает. Раз, назад, назад, назад. И, короче, я стою и вижу, как мой брат... гладит футболку. Белая, как сейчас помню, футболка у него. И стою, гладит, гладит, так что-то долго ее. А потом я обратил внимание, что... что он не просто ее гладит, а там что-то типа... как вот сейчас мы называем термонаклейки. То есть, да? И там как раз было такое вот ниндзя. Я не знаю, если... я постараюсь найти именно это изображение. Что ты какой противный-то? Чуть-чуть у нас это... так, я буду иногда вот так вот делать, ребят, потому что... вот так вот. Бывают иногда эти расхождения. Не знаю почему. Так вот. И он гладил такая термо... что-то типа переводилки такой. Там такой ниндзя стоял у него. И так, он так вот меч держит. Вот так вот. Типа, или вот так вот как-то. Такой, такой, по-моему, черного цвета. Я вот первый раз увидел вот это, эту картинку. И вот само вот это понятие видения, скажем, ниндзя, я видел впервые именно тогда. То есть это мне было примерно, может быть, лет 5, наверное, точно. То есть это был еще в детском саду, детский садик я еще ходил. И мне это очень все понравилось. Мне стало это интересно. Все такое красивое, загадочное. Такие прямо эти войны. Ну, мы знаем, что это
искусство ниндзя, это они такие, ну, вроде как убийцы, наемники, все такое. Часто замечаешь, да, когда в фильмах там прям самураи там против синоби, да, против ниндзя. Да, зацепляться можно, кстати, ребят, да, вот здесь. Смотрите, мы в какой-то лаборатории, короче, сейчас. Что-то такое биологическое. Да, и не забывайте, вот здесь вот наверху часто можно обнаружить какие-то платформы, которых вот на первый взгляд не видно. Да, и еще, заметили, у нас сейчас кунаи, они не просто, ну, бросаются кунаями, да, они такие огненные, вот. Это потому, что мы взяли такой, ну, вот сейчас уже отняли у нас, такой бонус, как Power, Pow написано на нем. Вот. То есть его берешь, и у тебя ты, он больше наносит урона, очень удобно бить боссов. Но, к сожалению, стоит один раз прикоснуться, и он сбивается сразу же. Кстати, Shinobi 3, вот эта вот игра, она входит в пятерку моих любимейших игр на Sega. Вообще, любимые игры, скажем, там, 5 любимых игр на Sega, как многие любят задавать такие вопросы, там, на интервью, например, да, то есть, ну, это часто многих спрашивают. И ретро-геймеру сложно, очень сложно это ответить на этот вопрос, потому что ретро-геймер, он, в принципе, любит все в этом плане. Все нравится, может быть, чуть больше, чуть меньше, но он обожает все равно. Поэтому я бы назвал так. Есть 5 игр, которые просто я обожаю вообще целиком, полностью. На Sega. На первом месте. Так, здесь аккуратно, здесь нужно через эти, вот эти вот искорки. На первом месте для меня это Castlevania Bloodlines. Я считаю, что это, ну, это просто какой-то шедевр. Она прекрасна просто, вот, не знаю, во всех смыслах. Там, в предыдущих моих записях я рассказывал немножечко об этой игре. Скоро мы, кстати, до нее и дойдем тоже. Обязательно дойдем. У меня есть картридж. Мы обязательно ее пройдем. Это просто любимейшая моя игра. На втором месте это будут Люди Икс 2. Обожаю эту игру. Замечательно. Она, кстати, тоже у нас в проекте. Так, я... Так как я... А пусть они все туда. Сейчас они там все в луже погибнут. Подождите, смотрите, я просто забрался наверх. Что будет? Понятно. Ну, давайте спускаться. Видимо, это так не работает. Ну, чего? Вы что, издеваетесь, что ли? Дайте пройти-то. Это какой-то... Что это вообще сейчас было? Ребята, никакой самодеятельности не надо. Ну, на самом деле, я просто решил попробовать, что будет, если я заберусь наверх. На самом деле, здесь просто зацепляйтесь на верхнюю платформу и по ним стреляете из куная. Ну, ладно. Ладно. Ну, просто я решил попробовать, что будет. Вечный вопрос у людей. А чё будет?
решится сделать это или это. Ну все, давайте. Я вот так делал, сюда забирался, так как все убивал. Ну вот как-то да. А, вниз. Блин, вот этот уровень, конечно. Вот здесь вот с ноги, я вам говорил, что очень удобный прием. Вот, мы взяли пауэр. Здесь просто с ноги вышибай. Да, и здесь засасывает. Может быть, помните, как в Ninja Gaiden есть на Денди есть уровень, где затягивает вот эта вот земля. И ходить бесполезно, нужно прыгать постоянно. Вот здесь та же самая история. Один в один. И еще сзади вот этот босс, он постоянно наводит прицел на вас и пытается стрелять. Здесь нужно все в прыжках. Но сейчас этот босс будет. Короче, вот такая вот. Очень такой неприятный босс. Особенно вот эту вот лапу его. И здесь надо... Так, а вниз и ползем. Почему у меня не получилось? Да, здесь вот как раз этот двойной прыжок, ребят. Когда он совсем близко, лучше его это отпустить, пусть идет, потому что он будет все ближе и ближе к вам подползать, и все ближе и ближе будет эта рука, от которой потом сложно будет отпрыгнуть. Бесит она. Опа. Вот, честно говоря, не всегда мне удается от нее. Я не могу понять, почему я не могу уйти. Я это сделал. Блин, вот тут видите. Короче, придется воспользоваться. Блин, не знаю, нанесет сейчас ему дамаг какой-то или нет. Нет, наверное. Не получается у меня от него. Ну что ты не ползешь-то вперед? Не знаю почему, ребят. Что-то не то. Не знаю почему не могу ползти от него. Ужас какой-то. Здесь на самом деле вы бьете по руке, когда он стреляет с вот этими тремя штучками. Вот, ну вот, я ползу, ползу от тебя. Видите? Я не знаю, что там. Может, ну все, убили. Может, образ игры такой здесь просто как бы установлен. Потому что, видите, я от него ползу, а у меня сонок чуть притягивает. Ну, бог с ним, ладно. Четвертый раунд. Вот, крутецкий уровень на такой доске. Смотрите, как круто. Да, вот здесь вот что классно, когда вот здесь вот показывает знак восклицания, это не значит, что там что-то там какое-то, что-то впереди там плохое. Это значит, что вы обратите внимание, внимание. То есть там появятся такие платформочки, на которых можно... Наоборот, разогнаться еще сильнее надо. И там несколько бонусов можно выловить. Вот смотрите, вот я разгоняюсь. Сколько смог, ну сейчас одну поймал. Допустим, предыдущий уровень, где с лошадью, да, помните? То есть там просто нужно
такие значки появлялись, нужно... Значит, нужно было перепрыгивать обязательно, иначе мы получим повреждения. Круто. Причем у него какой-то такой необычный какой-то такой серф, какая-то доска такая необычная. Очень их много здесь. Она какая-то у него. Опа! Жизнь! Она у него какая-то самоходная какая-то, с двигателем каким-то. Видите, у него внизу там какая-то же, типа, двигателя какого-то. И вот три робота. Вот их надо вот... Этот гусь будет по нам стрелять бомбами. Вот он закрывается. Их будет несколько. Биться нужно будет со всеми. Давайте мы сейчас поставим все просто этот ножичком. Все. Ну, этот совсем легенький. Вот, уровень неприятный. Уже все, вот уже начинаются, ребят, уровни. Потихонечку. Где нужно будет уже очень много прыгать. Вот мы взяли этот пол. Power. И вот у нас такие мощные катаны. Так, вот эти бочки, если на них стоять долго, они проваливаются вниз, поэтому с ними нельзя. А почему ты... Я не... Ай. То есть, понимаете, здесь не получится просто вот проскочить. Ну, практически нереально. То есть, надо реально лучше всех вот завалить, чтобы пройти дальше. Так, здесь очень много будет этих лазаний по трубам. Да, кстати, здесь еще вот добавилось, вот он прыгает, отскакивает от стен. Если мне память не изменяет, то второй части или в первой, по-моему, этого не было. Не могу вспомнить, вроде не было. Вот эти Бэтмены, короче, вот эти вот летающие чуваки. Будет частенько нам мешать, они будут появляться в самых неприятных местах. Сбивать нас. Это, знаете, как вот в Кастлвании. Кстати, да, что-то Кастлвания вспомнил. 5 любимейших игр на Сегу. Значит, на первом месте Castlevania Bloodlines. Втором месте Люди Икс 2. Потом идет Шиноби. Потом идет Бэтмен первый. Шиноби вот это третий. И на пятом месте Contra Hard Corps. Вообще, конечно, любимых игр намного больше. Но вот эти 5, они как бы вот... я их всегда готов играть... часто и много, поэтому я, наверное, их выделю. Остальные, они, я всех в одну пятерку могу добавить, потому что я люблю Сегу, и хотя, честно скажу, что в детстве я намного чаще играл именно в Денди. Ну вот, например, если мне зададите вопрос, какими любимые игры на Денди, наверное, я не отвечу. Блин, ну я, мне все нравится. Поэтому, ну...
Sega попроще, на мой взгляд, в плане выбора вот любимых игр. Ну, для меня. Так, есть что у нас такое? А, все, идем. Честно, я даже не знаю, куда я иду. То есть я абсолютно не помню пути. Иду просто интуитивно, потому что я очень давно не играл. Я помню, что здесь будет Бэтмен, который будет нам постоянно мешать. Ну, видите, он нас избил. Если уж я этот момент запомнил, значит, это действительно. И тогда мне создавало неприятности. То есть надо его сразу будет здесь выносить. Сразу вот так, да, заплевываете этот момент и все. Его кунаями. Чтобы он не успел выползти даже. Ребят, это я делаю, потому что у меня бывает, не знаю почему, какое-то расхождение звука с видео, поэтому я вот так вот ее как бы перезапускаю. Да ёп, красота! Этот Бэтмен. Кстати, Бэтмен. Ребят, кто не видел? Блин, да я похвастаюсь еще раз. Буквально недавно Алекс Кай сделал такой крутейший подарок. У меня вот такой вот классный Бэтмен. Первой части. Вот. Леха, спасибо тебе еще раз. Ну просто я вспомнил про Бэтмена. Теперь он у меня рядышком здесь всегда. Охраняет и дает мне сил. Да, самое интересное, что здесь всего лишь 3 конта. Да, 3, по-моему. И как бы. Надо уложиться в эти жизни. Бывает, что и, может и их запросто и не хватить. Да, надо сразу так вот заплевывать, чтобы он этот... успел появляться. Так, здесь аккуратно, здесь какие-то газы. Вот здесь вот джойстик постоянно наверху надо держать. Ай, тихо. Еще вот эти ползают. Короче, игра нам как бы она такая, видите, она нужно постоянно здесь руку на пульсе держать. Давайте посмотрим, что там наверху. О, что-то есть. О, пауэр, видите, пау. Такс. Так, второй босс у нас. Этот, помните, 3 робота были. Так, я не помню, что будет. Ага. Все, он, короче, этот. Он сначала. А, сейчас. У него несколько фаз, наверное. Здесь ему нужно стрелять, по-моему. А, в пушку. Все. Честно, я не помню, как его мочить. Мы будем с вами по ходу как-то. Так. А, теперь в эту штуку. А, вот это. Смотрите, у него какая штуковина. Ну чё, я куда тебе стрелять?
чё, обалдел, что ли? Еще и завалил. Короче. Ну, давай. Да ты задолбал! Как вот? Приятненько. А, пушку, вот, пушка. Так, ну ладно, хоть сердечко дали. Погодите, тут же вроде можно его за это... Погоди, я вспомнил. Его же, по-моему, можно запинать, по-моему. Ну-ка, давайте-ка. Точно! Только что-то долго он бьет его. Интересное кино. А там с этими прокатит такая штука. То как мы туда запрыгнем-то? А, ну можно попробовать. Зачем я нажал? Вот случайно нажал, ребят, сейчас. Да, случайно нажал. Зря. Ну-ка. А так будет наноситься вообще-то? Нет. Не будет. Так, есть. А сейчас ты что? Еще что ли? Да ты достал. То есть здесь такое сочетание, как бы, игры. Роботы еще тут какие-то. Вообще это очень нравится. Да. Ну видите как. Классно вот эти картинки. Вообще класс. Как побеждается уже босс. Здорово не придумали. Электродемон. О, я наверное помню этот уровень. Там это наверное. Это наверное там где последний босс будет такой типа Меха-Годзилла такая. О, смотрите, как круто. Это, значит, типа такой лес, все горит. Так, вот это внизу круглые штучки, это, по-моему, бомбочки. На них наступать нельзя. Так что все аккуратненько. Да, и еще по ним нельзя на них стоять. Вот эти бочки. То есть вот сразу же. Встали, сразу от них отпрыгивайте, потому что они начинают взрываться.
Да что ты будешь делать? Видите, их поставили в самых таких местах, как бы, да, уязвимых. И вроде как бы мне неудобно нанести им урон. Так, это где мы? Ой. Так, сейчас будет. Да, здесь еще такая штука есть, вот это вот. Бросок несколькими кунаями. Но я, честно говоря, не сообразил, в какой момент это происходит. Я понял, что нужно прыжок вниз удар сделать. Но либо это при полном. Немножко не забрался. Но он очень нужен, очень спасает. Видите, как в трех кнопочках сколько заложено различных ударов. Это тоже надо было делать. Так, вон внизу какая-то штуковина. Так, здесь бежим. Дайте сердечко, пожалуйста. А, спасибо. Босс. Опять какой-то босс. Опять робот, точнее. Ну чего ты там скачешь-то все? Так. Придется харакири делать. Потому что мы... Честно скажу, ребят, очень удобная история. Да ё-моё! Зря жизнь слил. Случайно нажал. Вот случайно нажал. Ну чего, я вот так не убью, что ли? Элементарнейший босик такой, ну. Так, здесь вот у нас уже... Ну все, здесь уже начинаются уровни, которые будут ломать нам мозг. Здесь бомбы, которые будут взрывать какую-то часть пути. И нужно желательно в правильном порядке это сделать, иначе мы в какую-то из секций не попадем. Все. Стараемся внимательно смотреть. Видите? Чтобы пройти, нужно сначала запустить взрывчатку вот эту вот. Чтобы спустить. Но мы не будем. Я помню, там что-то я там провалился постоянно. Ну, мы не будем. Еще. Так, здесь что-то лежит, смотрите. Причем обратите внимание, ниндзя такой прям белый. Синоби. Так, когда делать вот такие прыжки с зацепом, нужно всегда держать крестик вверх. Чтобы как бы у него вот этот вот. Он держал вот этот зацеп. Упадете. Ну, возможно, там какие-то были бонусы, там выше, где-то ниже. Ну, как бы ладно. Сейчас попробуем зацепиться. Не хочет. Ладно, все, потом еще упадем, сейчас еще не дай бог. Это мы и сделали. Ну что, у нас одна жизнь первого конта осталась.
На самом деле все самое веселое еще впереди. Нас неудачно сбросили опять. Ну чего? У нас нулевая жизнь. Честно скажу, фигово. Могло быть и получше. Вот эти скидывания, конечно, их и не делать. Так. Чей помню? Куда идти? Че делать? Ну, тут понятно, да, что вверх. Ну, окей. А, здесь вот. А, вот. Давайте-ка вот так пойдем. Там что? Вот сюда, наверное, нам надо. Вот туда. Что, другого пути тут нету. Вот он только одно здесь. Стоим. И вот здесь вот на платформе проходим дальше. Этот момент я вспомнил. Здесь что, открылось у нас? А, открылось. Вот, мы взорвали, да, и она у нас... Вон там, сюда нужно, по идее, попасть, ребят, обязательно, потому что там... Я просто помню, здесь в конце должна быть... бомба, чтобы взорвать дальнюю эту штуку, чтобы нам не возвращаться. Она, по-моему, где-то тут должна быть. Вот она. Все. И вот она там дальнейшую открывает, и только тогда мы сможем пройти... А так бы, если бы вы не знали, мы бы спускались сюда обратно, и опять взрывали и возвращались вот сюда. Все. Вот. Так, здесь бомбочка. Видите, чтобы пробраться, опять придется взрывать ее. Так, а там, походу, надо через справа. Ладно. Пошли через справа. Вот она. И обратно. Ну, смотрите.
Так что здесь, ребят, еще надо подумать, как пройти. Так что поэтому я говорю, что это просто священный грааль. Здесь сочетание вообще и графики, и музыки, и геймплея, и задумки самой, то есть, ну, очень классная игра. Так, а здесь что? Так, ага. Здесь, видимо, был мостик, и он свалился. Теперь мы не сможем. Здесь придется своим, на свои прыжки рассчитывать, что ли. Хм. Давайте пробовать. Ну. Ну и как? Ты ничего не понял? Так. Ну. Так. Интересная ситуация. Вот здесь. Как-то так. Да нигде нет невозможных моментов куда-то пробраться. Взяли мощь. Так. Ой. Куда нам? Мне нужны эти сердца. Все. Но я не знаю, как мы с нулевой жизнью сейчас, что будет вообще. Вода. Так. Будем пробовать так. Берем неуязвимку. Так как у нас ноль жизней. Ставим ему на лапу. И мочим его мечом. По-моему. Лего меха Годзилла там. А вот и закончились у нас кунаи. Что замечательно, капец как. И мы с одной полосочкой его прошли. Обалдеть. С одной. Без кунаев. Босса. Мехагодзиллу. Ну, тут, конечно, нам фартануло. Ну, ладно, спасибо, спасибо.
Пошел нафиг. Ты мне и так уже все жизни уже. Это какой-то ужас. Смотрите, а там еще двое их. Отстань! Вот если бы вот реально вот не эти вот эти вот Бэтмены бы вообще. Ну вы видите, они прям вот специально сделаны вот в тех местах, где вот вообще и так опасно. Отстань! Самое интересное, что уровень-то, ну, как бы, ну, не маленький. Не коротенький, там быстренько попрыгали и все. Фига с два. Сейчас еще такие камешки все меньше и меньше будут. Чтобы вы на них не смогли прыгнуть. Вот, а! А, как вам нравится? Какой-то щипок. Крошка какая-то. Надо же. Еще и босс такой, чтобы он не уронил бы. Вот все. Налетался ты. Столько к тебе полз. Столько времени. Столько жизни на тебя потратил. Пусть ты семимесячный. Ну, слушайте, а чё я туплю? Смотрите, он там слева. Вроде не упасть. Надо вот так делать. Попробуем. Честно, я не помню, как убивать. Но здесь пока не... Ну, тоже, конечно. Я смотрю, вроде расположение удобное. Смотрите, да. Вроде бы. Иди отсюда, во! Блин, я думаю, уже победил. Наивный. Так, у меня мало кунаев осталось, ребят. Ребят, ну смотрите, вот я чисто для себя сейчас открыл вот лайфхак. Просто на левую платформу. Оттуда его долбим. И побеждаем нормально. Прикиньте. А я что-то вроде все время вроде в серединке как-то пытался. Так, ну, тем не менее, у нас 0 кунай. Только, ну, бьем ножичками. И одна жизнь.
второй конт. Вот это вот уровень просто мозг. Так хотел этот уровень по-быстрому пролететь, если честно. Идите нафиг. Понятно. Что делать? Да что такое-то? Отказывается он сегодня со мной играть. Хотя, может быть, здесь можно было воспользоваться талантом высоких прыжков, конечно. Давайте попробуем. Вот, давайте попробуем. Да нет. А, погодите. Давайте попробуем. Я никогда не пользовался этой штукой. Ну-ка. Опа! Прикиньте. Это да. Ну давай. Ничего фига сего. Ну, какой выход? Удобненько. Не знал. Я реально впервые пользовался этой штукой. Вот здесь я не помню. Нужно вот здесь вот идти дальше или в дверь заходить. Давайте пойдем дальше. А убивать здесь с первого раза. Хоть, слава богу, не с этих. Раз. Здесь, конечно, опасновато как-то. Может, можно рядышком встать, да? А если неуязвимку возьму, он поможет? Поможет мне это все? Чуть за босса даже, я даже не помню. Здесь еще босс есть. С таким уровнем можно и без босса.
вот сам уровень босс. Да, вот она дверь. Ну, погнали. А! Угу. Вот этот вот. Бабуля. У-ху-ху-ху. Здесь нужно угадывать, как, где она настоящая. Ну чего ты, где, что? Ну, бабка. Ну где ты? Выходи. Леопольд, Политос. Блин, 10 кунаев, вы прикиньте. Что делать будем? 5. Так, ну придется прокинуться. У меня вроде две фазы, по-моему, должно быть, если память не изменяет. Да. Ну, без кунаев, конечно, весело будет. Да. Вот этот уровень, такой уровень, да, ребят? Столько жизни выцарапал просто. Все, что ли? Слава богу. Ну да, вот такой... Нудноватенький, конечно, был уровень. Очень нудноватенький. Ну, что делать? Последняя битва. Ну вот это вот, ребята. Очень будет много платформ. Всяких вот этих электрических перепрыгиваний. Но очень красивый вы. Погнали. Ну что, с богом. Сразу упали. Здесь, да, я вам в самом начале игры говорил, что здесь нужно постоянно держать крестик вверх. Иначе он не будет зацепляться. Так, а что происходит? У меня расхождение звука. Не отображает. Погнали. Так, лучше подождем.
Идем. Вот здесь вот вообще момент. Вот. Отлично. Так, пропускаем. Давай, 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 давай. Так, стоим, ждем. Нафиг надо. Господи, у меня джойстик весь вспотел. Вот он, дурацкий тоже момент. Так, я жив, что ли? Вы прикиньте, да? Фух. Тесно, уже ладошки все мокрые. Да ж надо ж. Погнали. А! Ой! Ой, блин, сейчас тут эти маленькие штуки будут. Красиво, да, смотрите, как? Маленькие пушечки. Вот эти вот козявки зеленые, вот эти вот. Они куда бы, знаете, как специально приклеиваются, чтобы вам мешать что-либо сделать вообще. Вот эта вот, фишка этой игры. Чтоб тебя бесило постоянно, был весь на нервике всю игру. Ну вот как вот вы... Да, что-то я разорался совсем. Все. Ну вот одна жизнь мне осталась. Если мне сейчас не дадут... Далее. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот это вот важно было. Нифига себе. Эти пушки, конечно. То есть мы на каком-то самолете, что ли? Вот так, бегом. Две! Я даже не помню, что за последний пост здесь вообще. Что-то невероятное, наверное. Кажется, что-нибудь такое, наверное. Кибернетическое, наверное. Не, реально, я не помню, что это за последний пост здесь будет. Фига себе, тут сколько одно? Полсекунды, чтобы прибежать. Очень быстро восстанавливаются вот эти вот. Козявки вот эти зеленые. Если их не вынести, они будут вот до самого последнего вздоха ползти и кусать, 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 кусать. Откидывая тебя назад. Так, давайте считаем. Раз, два, три. А эта штука уничтожается? Уничтожается. Прикиньте, я не знал. Ладно. Идем. Mm-hmm.
Так, здесь какой у него тайминг? Ну, тоже опять полсекунды. Значит, надо пробегать там мгновенно. Оп. Уйди! Короче, ребят. Вот здесь начнутся трэши. Все на электричестве здесь, видите? Это, короче, надо внимательно прыгать, отскакивать. Все это... Я даже не знаю. Получится ли у меня это все? Буду вспоминать по ходу. Еще эти платформы падают. Блин, вот. Ай! Вот и как вот здесь, вот и как вот, скажите, как? Что здесь нужно сделать, чтобы прыгать? Что здесь должно быть? Как вот? Причем самое интересное, по-моему, если мне не заменяет память, здесь... Есть как-то... Так, подождите, я сейчас... Опять же... Ребят, этот уровень самый жесткий вообще, вот самый жесткий во всей вот этой игре. Несколько бы как таковых этих нету врагов. Есть, короче, все на ловкость. Здесь нужно пропрыгать так, чтобы дожить до босса. Ой, надо же. Я надеюсь, что все у нас получится. А! Так, вот здесь вот самое... Блин! Не помню как. На-на. Вот так как-нибудь. Блин. Конты жалко, конты жалко. Осталось всего ничего. Здесь можно реально оставить. К сожалению. А ведь мы... Еще неизвестно, что там за последний босс. Я уж не помню его. Что там? Что там такое? Что там за босс такой? Вот этот, конечно, вообще здесь. Ну спаси и сохрани ты, Господи! Так, друзья, ну у нас последний конт. Thank you.
Ой, боже мой. Да! Да нет! Да что ты будешь делать? Я думал, сейчас хотя бы до последней добегу и прожму эту харакири, и мы. Ай, ё-моё, какой неприятный момент здесь. Да. Да, и с прыжками здесь надо владеть хорошо, конечно, ребят, да. Да ладно! Фу! Так. Собрались. Что там дальше-то хоть? Звук такой, как будто, знаете, в Капитан Америки, когда... На Денди, когда... О! Когда берешь сердечко, там такой звук появляется. У-у-у-у. Так, а здесь что? Это надо ждать. Короче, надо ждать, когда эта штука появится. Хотя, может быть, можно. Ну что, ты едешь? Полочка, полочка. Но придется ждать. Она там, видимо, как-то едет по всей этой траектории, что ли? Что мне делать-то? Ждать тебя, не ждать? Где ты? Где она? Ребята, это собак какой-то или что? Что это? Где она? Реально нету, представляете? Ну что, рискнем прыгнуть вниз? Это какое-то что-то багнуло. Или не рискнем? Давайте, знаете что, досчитаем до 10. Если она сейчас не появится, то попробуем без нее прыгнуть. Хотя, честно говоря, не помню, что там вообще. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, появись. 10. Ну, погнали. Я не знаю, что там будет. Блин. А жизни-то уходит. Здесь, кстати, вот я вспомнил то, что вроде тут блок даже есть какой-то. Вот так садишься и держишь. Вроде бы. Ну вот она. Давайте мы вот так сделаем. Она нам всю малину подпортила чуть-чуть. Все пошло не по плану.
какой-то не очень прикольный момент будет. Надо как-то тут прыгать с прыжками, здесь что-то будет. Или не здесь? Нет, не здесь дальше. Погнали. Чуть-чуть, если перестараетесь, все, сразу же попадете под ток и играете. Ну, блин, вообще, конечно. Игра просто, у меня уже... Так вот эта, блин, платформочка нам создает тут просто нереальнейшие проблемы, блин. А там еще чего? Зацепиться, что ли, беда какая-то? Чего там? И так жесть полная, блин, вот тут вот. Ё-моё! Так, секундомер. Что здесь делать? Как туда запрыгнуть? Так, ребятки. Что здесь? А, от стенки. Давай. Ну. Ну давай. Какой-то ужас вообще, что происходит? Я не знаю, это вообще реально, нереально. Что? Что могло пойти не так? Ребят, у нас, короче... Ой, руки устали. У нас, короче, одна жизнь. Но, может быть, харакири. На босса. Не знаю, будет нулевая, не будет. Ну чё, с богом?
Честно говоря, у меня уже все дрожит. Все. Главное не наделать ошибок. Точно, босс. Так, знаешь что, братан, я не хочу это вообще с тобой какие-то... У меня нет жизней. Харакири! Успел. Блин, ребят, последняя, короче. Ну что, хватит нам сил, нет? Да! Обалдеть вообще! Ребята! Фух. Знаете, я, наверное, я обычно монтирую, да, я, ну, если очень длинное видео какое-то, я стараюсь где-то, ну, в ненужных моментах, может быть, где-нибудь его сократить. Посмотрим. Буду ли я это делать сейчас, потому что вот это эмоции, ёпрысоте, на последнем конте, на нулевой жизни, на двух что ли полочках, по-моему, последних, или трех, мы доплевали эту игру. Ой, ой. Но когда зло вернется в наш беспокойный мир, и когда это случится, найдется человек, бегущий сквозь темноту. Это будет тень. Это будет шиноби. Вот так, дорогие друзья, вот такая вот эмоциональная, очень крутая игра, очень крутая игра. Я вам еще раз повторю, третий раз, это просто золотой просто грааль Sega 16-бит. Просто красота, сложная, красивая, динамичная, музыка, все в ней замечательно, все замечательно. Она и даст вам и подумать, и понервничать, и побегать, и проверит вас на ловкость, и как вы можете управлять самим Синоби. Офигевшая игруха. Офигевшая игруха. У меня, к сожалению, ее нет на картридже, но я вот хочу ее приобрести, чтобы она у меня на полочке обязательно была, как один из эталонов на Sega. Потрясающе. Ну что ж, дорогие друзья, вы видели эту замечательную игру. Может быть, я где-то излишне понервничал, где-то покричал, но это эмоции, и эти эмоции дарят нам игры. Но в итоге в конце они положительные, да, когда ты проходишь игру, получаешь просто невероятные эмоции и удовольствие получаешь. Поэтому игруха крутейшая, еще повторюсь еще раз.
Ну что ж, хочу сказать огромное спасибо моим дорогим друзьям. Это Алексу Скаю и Алексу Спейсу за их поддержку, за оформление, за все, что делают они для нашей крутейшей, не побоюсь этого слова, группы. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь, нажмите внизу подписаться и поставьте колокольчик, потому что я посмотрел статистику, у нас примерно 50% не подписаны почему-то. То есть просмотры есть, вы их смотрите, но почему-то не подписывайтесь. И может быть это произошла какая-то проблема с Ютубом. Я слышал, что во многих каналах такое бывает. Переподпишитесь, можно отписаться и подпишитесь заново. Вот, возможно, это дело только в этом. Вот. А также наша группа ВКонтакте, где мы каждый день выкладываем новости, стараемся для вас выкладывать все самое свежее, самое интересное, самое классное. И в сфере кино, игр и ретро-игр. Вот. Также хочу еще раз сказать огромное спасибо группе Genesis Generation за вот этот крутейший джойстик. На нем мы сегодня, собственно, прошли эту игру. Мне очень нравится вот этот форм-фактор, просто вот идеальный. Вот вообще идеальный. Вот этот большой джойстик просто крутейший. Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо за то, что были с нами, за то, что смотрели, вытерпели это все. Вместе со мной, конечно. Спасибо вам большое. Всем всего доброго. Ну что ж, всем пока. Пока.